Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Цивилку 5. Так, появился у нас великий пророк, который нам, в принципе, нафиг не нужен, но он уже ничего не может сделать, кроме как распространить религию, поэтому я, собственно, этим и займусь. Пойду в Брюссель, распространю религию, вот, чтобы там быстрее наше стало. И, может быть, и в Дамаск распространить. Да, потому что в Дамаске здесь от Александра идет. У него своя религия. Вот. И мы как бы... Мы как бы сейчас пойдем... Блин, сюда уже говнюки прибежали откуда-то. Так, ладно, сейчас этот лагерь варваров снесем. Блин, ну... Че вот это вот чувак вот хочет просмотреть трансляцию? Ну зайди на YouTube канал, я сейчас стримлю. Че, в чем? Так, понятно, чувак. Сейчас чувака забаню. Вот, просто на Ютубе идет, а он мне в Стиме кидает запрос, чтобы я в Стиме запустил трансляцию. Знаете же, ну, если я играю, то, ну, в Стиме во что-то, то, скорее всего, у меня на Ютубе идет трансляция, потому что... Да, благовония на красителе вообще изи меняем. Потому что, скорее всего, да. Весельчаки мира. Я, наверное, последний, да? У меня отрицательно у единственного. Так, выносим этот лагерь варваров. Все здорово. Ну, у меня много, на самом деле, необработанных еще ресурсов роскошных. Поэтому ничего страшного. До всего этого мы доберемся. Все это обработается со временем. Вот, и как бы все нормально будет. Просто надо больше рабочих. Вот и все. Учредителю республики и создателю ее законов необходимо заведомо... Так, новое это, да? А это мы открыли что? Акустику, да? Ну, в акустике уже давно люди сидят, поэтому ничего тут это страшного. Точнее, удивительного, что мы ее открыли. Нету абсолютно. Так, ладно. Наш пророк уже идет к Брюсселю. Сейчас распространит религию. Вон, в новое время. А новое время... А, ну новое время. Ну, хоть я не последний теперь. Или я последний? Хе, я последний. Но в новое время я не последним вошел. Ну, ладно. La France t'offre cette proposition exceptionnelle. Так, а сколько у меня благовоний? 2. Француз, за 7 куплю. У тебя же есть, не жмочься. Брюссель вашей помощи больше не нуждается. О, кража технологий, здорово. А ну-ка. Что мы можем? Обработку железа можем гильдии взять. А сколько ходов гильдии? Гильдии 3 хода. А чё мы можем... А ну-ка, стоп. Чё мы можем украсть? Гильдии, обработку железа или оптику? Ну, оптика сильно далеко. Давайте обработку железа возьмем на халявку. Вот, ништяк. Так, тут караван-сарай готов. Давайте гильдию музыкантов воткнем, чтобы уже было. Процесс шел, чтобы они появлялись. Так, тут давайте всякие святилища и прочую лабутню, которая нам дает бонусы. Сейчас Брюссель обратим в нашу веру. Уже будет хорошо. Уже будет хорошо. Так. Сейчас обратим.
Тикс. Опять с этой стороны летом варваров сколько. Так, распространить религию. Все, религию распространили, здорово. Так, мы, наверное, в Медине тоже ее распространим, хоть это как бы глупо. Наш город, он ее и так должен как бы принять по логике, но он не принимает, поэтому мы сейчас займемся. Чтобы вот этот вот Риает... Блин, ну хорошо, Навуходоносор. Навуходоносор. Мне пришить вопрос с довольством и все как бы. Укреплена религия. Решить бы вопросик с довольством и все. И было бы, конечно, очень четко. Так, все, пацаны пришли сюда. Ништяк. Что тут у нас? Тут у нас идет строительство полным ходом. Так, ладно, деньги скопились, поэтому давайте, наверное, что? Университетик купим. Хотя бы один, да? В Дамаске. Во, нормальдес. Универчик есть. Так и до Оксфордского дотянем скоро. Нормально, что? Ганалулу, блин. Ого, это у него вот здесь Ганалулу, и он вот здесь город обосновал. Прикольно. Ничего не скажешь, прикольно. Так, великий писатель в Мекке появился. Дайте вспомнить, что он делает. Так, а шедевр у меня ж тут этот самый. Ой, а почему у меня эти... Специалисты-то... Не, ну, в принципе, это, наверное, хорошо, что специалисты заполнены. Все равно мы сейчас этот... Ну да, это правильно. Так. У нас же здесь библиотека... Обычная, как бы, идет, да? Да. Это я начинал за другую расу. Так. 200 очков этого... примет у себя шедевр. Ну, давайте создадим шедевр. Не, ну блин, мне кажется, шедевр будет выгоднее. Он же нам добавит две культуры. И ну, туризм нафиг не нужен. Вот, а вот культура, мне кажется, просто у нас явно оно, короче, окупится. Не знаю, решил шедевр сделать. Сжечь мы всегда успеем, как говорится. Вот. Ну, давай сотрудничать, ради бога. Мне, в принципе, пофиг. Так, рабочих надо прикупить. Мне тут советуют и правильно советуют. Я вот в Багдаде прикуплю. Может быть, кто-то медь. А сколько почем рабочие? Блин, 300 голды, дорого. Фак, мирные жители захвачены варвар. Да ну откуда вы схерали, вы здесь взялись, вас же не было. Блянь. Вот писец, просто. Ты задолбал. Не, ну их реально тут не было. Ни одного появились, блядь, со всех сторон. Почему-то они открытые границы не хотят покупать. Только на халяву им подавай. Блин, ну это пипец. То, что у меня. Ну, в принципе, главную задачу пророк выполнил. Брюссель обратить. Остальное это уже второстепенно, конечно. Так, идут куда-то сюда. Ну, давайте тоже тогда сюда идти. Так, тут готово святилище, но университет тут проще купить. Давай, наверное, храм строй. Так, караван. О, мы можем 5 науки получать, это выгодно. Это выгодно.
Слушайте. Так, а может мне есть резон тогда купить-ка... А, ну не купить, мы его построим. Надо будет вот здесь этот самый, в эту райету запихать еще караванчик. Кстати, у меня почему-то всего один караван, видимо, еще один разграбили. Ну да, получается так. Сейчас построим. Ничего страшного. Сейчас построим. Тыкс. Значит, лукарь, давай, дуй сюда. Ну, ничего, нормально. О, слушай, я знаю, что... Бля, нету, у него есть два какао, но у меня нечего ему предложить. Вырулили бы настроение. Ну ладно, пофиг. Да блин, вот это бесит на самом деле. В новое время кто-то вошел. А, стоп, в новое. А я думал, новейшее. Не, в новейшее еще никто пока не вошел. Это нормально. Так, ну я думаю, надо идти куда-то сюда. Ага, вот он, мой пророк, нашелся. Ну, я надеюсь, мы его отобьем. А, так мы сразу Раиету туда обратим, наверное, в это, в нашу веру. А у него вообще есть вера в его полинесской? Ого, театр Глобус построил уже. Да, у него есть вера, но мы ему тут свою навяжем. Фига тут этих варваров понабежало со всех сторон. Охренеть, блин, можно. Так, ну мы, конечно, отстрелили. Железо надо, чтобы загрейдить. Блин, пипец. Что-то по рабочим мы проседаем вообще эпично. Вроде три отряда. А что-то медленно все улучшается. Очень медленно. Ну ладно. Пофиг, как говорится. Разберемся по ходу пьесы. Ага, лагерь варваров. И обязательно ж под него надо встать. Понятно теперь, откуда здесь такие эти тусняки. Ну ладно. Сейчас, короче, этот самый. Давай, наверное, дуй ты тогда сюда, к этому лагерю варваров. Потому что сейчас они один отряд рабочих, скорее всего, отожмут. Скорее всего. Тикс. Не, они не захватили. Это, конечно, радует. Так, выбрать проект. Чем мы тут можем? Оперу, эту гильдию. Ну, давайте уже все гильдии здесь построим, чтобы у нас эти... рождались чуваки. Так, там, я думаю, с тем этим, раз никто не захватил, давайте сюда, с вот этим лагерем варваров разобраться. В первую очередь. Нормально. Так, ну вокруг Мекки практически все клетки уже застроены. Скоро, кстати, великий ученый как раз на следующий ход появится. Ну, я, наверное, жечь буду сразу, потому что... Или оставить. Не, давайте оставим. Пока еще не критично мы отстали, скажем так, по науке. Чтобы жечь. Также.
также. Поэтому давайте не будем его жечь, а вот сюда поставим и в сон. Все. Так, готов базар. Здорово, давай святилище. Можно принять институт. Так, второй по популярности пантеон. Давайте возьмем. Что-нибудь да, будет давать. Вот. Второй по популярности пантеон. Сейчас зацепим. А райета это у него, кстати, растет нормально. Уже 3 жителя. Блин, как же тут этот по этим болотам-то медленно идти получается. О, здесь мечники заспаунились. Ну, шикарно. Так, ну ладно, мы хотя бы теперь видим всю эту картину. О, слушай, мрамор я на какао хочу. А, у меня 2 мрамора? Да, у меня 2 мрамора на какао. О, ништяк. Мы вырулили в плюс себе настроение. Еее. Настроение в плюсе — это всегда хорошо. Так, теперь бы еще от этих мечников отбиться, но я думаю, отобьемся. Они вон там на Брюссель поплыли. Так, берем себе обратно великого пророка. Все, а ты давай дуй сюда, на гору. Ну, а ты давай фигачи этих. Так, а вы стрелять не можете, да? Ну, значит, сюда. Так, все, великий пророк у нас. Великий пророк у нас пойдет на Риету. Обращать ее в нашу религию. Текс, здорово. О, там шандарахнули нормально кто-то. Это, видимо, лукари стреляют, да? Давайте тут в деф. Так. Здесь обстреливаем. Тут сюда встали. Блин, что, не достреливаете, что ли? А, это не холм, потому что я думал, это холм. Так, ладно, нормально. Все, тут поджали этого говнюка. Хорошо. Сейчас, по идее, должны убить вот этот лагерь варваров в Брюссель. Вот. И... А сколько у меня благовоний? 2? Ну, в принципе, ладно, хорошо. Потому что... Блин, Пизанскую башню уже жахнули. Это по тех... А, нет, стоп. Пизанская башня, она по технологиям не... Она вот она. Я что-то думал, она здесь. То есть это наш уровень. В принципе, мы уже начинаем потихоньку доруливать до нашего уровня тех. Так, все, сейчас Риету мы обратим. Тогда в этот, в нашу веру. И все будет хорошо. Так, все, по техам мы вроде как начинаем нагонять. Так, открытые границы мне с тобой нафиг не нужны. Давай 7 этого. 32, ну блин, все равно еще далеко мы от идеала. Что у нас шпионы? Шпион 8 ходов собирает. Ладно, пусть собирает. Так, сейчас тут кое-где построятся эти штучки-дрючки. Хорошие. Так, выбрать проект. Ну, универ строить тут не вариант. Ост-Индийскую, конечно, тоже мы не здесь будем строить. Я знаю, что мы здесь будем строить. Нам нужны рабочие.
А тут у нас что, универ, амфитеатр тоже не вариант. Нам нужны рабочие. Так, давай распространяй религию. Все, есть, еще один город обратили в нашу религию. Так, вот тут, как я и говорил, обстреляли. Все, захватили. Пошли обратно. Так, не, ну что, нормально, нормально, нормально. Poco offero a te considerandum. Так, окей, благовония. Ой, а что это у меня настроение-то пропало? Я что, продал последнюю единицу? Да, я продал последнюю единицу благовоний, вот я вафель. Ну ладно, сейчас тут обработают и нормально. Они, кстати, дорогу тянут. Benvenuto a Venezia. О, Венеция! Играли мы за Венецию. Benivanti. Очень нравится этот город, в смысле, эта нация. Они не могут города обосновывать, зато могут покупать. У них там венецианский торговец фирменный идет. Прикольно, прикольно, что Венеция появилась на карте. Очень прикольно. Так, выбрать проект. Значит, тут нужно однозначно караван сейчас построить. Так, все, следующий ход. Отлично. А сколько очков Великий Пророк? 800? Ну ладно. Тикс. Sta offerta non sarà valida per tanto tempo. Pensegue. Может, за три хотя бы? Di sicuro no. Ну, за два. За два они покупают этот открытые границы. Да, венецианец пусть проходит, он фиг знает где. Вряд ли он каким-то образом сюда сможет привести, скажем так, какую-то армию или что-то такое. Поэтому ерунда это все. Так, святилище, да? Давай потихонечку тут храм строй. А вот и лагерь варваров обнаружен, еще один. Здорово. Сейчас мы его отхренякаем. О, кстати, уже рабочие, смотрю, идут сюда, по эту степь. А чё строите дорогу? Блин, лучше бы вы обработали благовоние. Ну ладно. Пофиг, сейчас еще рабочие появятся, и я думаю, всё мы успеем улучшить. Ля, а чё, варвары не стреляют, что ли? Ну ладно. Так, скоро Медину обратим в нашу веру. Хотя она, по идее, должна и так быть в нашей вере. Но почему-то она не хочет пока обращаться в нашу религию. Так. Что там у нас по этому, по инженеру? Еще далеко до инженера. Далеко до инженера. Слушайте, а можно мне одного этого поставить все-таки вот как я как-нибудь... Нет, давайте-ка я ручной контроль. Вот в базар надо, да? В университет. Ну и, допустим, вот так вот. Так, сейчас надо обстрелять вот этих вот чуваков. Ага, пришел. Давай распространяй религию. Так, Дамаск. Ну, потом, наверное, пойдешь в Дамаск ее распространять.
Вот и нормально. Все, религию. Ух ты, а тут Афины подбираются со своей религией. Надо будет им тоже отправить туда бойца невидимого фронта. Ну, пророка в смысле. Вот, надо будет заслать. А не боишься, что Венеция Брюссель скупит? Не, не боюсь. Купит. Ой, не, не надо. Это, ты давай добей, наверное, вот так. А ты обстреливай. Блин, а у меня нету, вы представляете? Ну ладно, пока стой. У меня нету ячейки для музыкального шедевра. Прикольно. Прикольно, это забавно. Слушайте, а куда вот эти идут рабочие, меня интересует? Че, лошадей, что ли, апгрейдить? Ну, походу, выходит так. Походу, выходит так. Ладненько, ребятки, я тогда на этом этот выпуск как раз и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.